Как тебя зовут? Диана Никуличева, я из Даугавпилса. Ты уже давно занимаешься акробатикой? 4 года. Сколько тебе лет? 13. А это сложно заниматься акробатикой? Ну, да. А ты помнишь, как было сначала, когда ты пришла? Когда я пришла, я ничего не умела. А твой напарник это кто? Девочка, это подруга. Вы с ней давно парень работаете? Нет, это 1-й год. Даже меньше. Ну и как, с ней легко работать вместе? Да. А ты сколько часов в день работаешь? 2 часа. Бывает больше. И как тебе это нравится? Мне очень нравится. Я люблю цирк. А кто тебе дал идею начать цирковым мастерством заниматься? Просто узнали, что в Даугавпилсе есть такая студия, и пришли посмотреть и решили заниматься. А когда ты вырастешь, ты тоже будешь заниматься цирком? Когда вырасту, посмотрим, тогда я буду знать. А от кого вы узнали? Со школы подруга. Занималась. Она занимается? Да, занималась. Раньше. А чем она занималась? Она просто ходила, там себя усовершенствовала. А давайте спросим вот этого мальчика тоже. Я помню, что он тоже из этой студии. Как его зовут? Меня зовут Саша. Саша? И что ты делаешь? Жонглирую. Жонглирую. Тебе лучше всего нравится жонглировать? Да. А как ты узнала об этой студии? Ты сам пришел или тебя родители привезли? Меня сюрприз был. Что? Меня родители. Мы просто это искали, там просто у меня это, чем мне заниматься, и мы нашли такую студию. А тебе это нравится? Да. Собираешься дальше продолжать заниматься этим? Да. А под два слова можете сказать к этим людям, что не знают, что такое цирк? Можете сказать, что такое цирк? По-твоему. И ты тоже. Последний вопрос. Что такое цирк? Цирк – это искусство, которому долго надо учиться. И все? Не все это могут делать. Кого-то не хватает терпения. Да, хорошо. А те, которые приходят посмотреть, как ты скажешь, ты приглашаешь подругу в цирк, она говорит, а что такое цирк? Хорошее настроение. Грация. Хорошее настроение, грация. Это праздник. Цирк – это праздник, потому что мы все приходим в цирк посмотреть что-то необычное, то, чего мы не можем сделать в обычной жизни, и порадоваться за тех, кто нам это может преподнести и вот в такой красивой форме, потому что здесь и красивые костюмы, здесь и музыка. Я даже не знаю, что еще можно сказать. Спасибо. Вы откуда? Даугавпилс. Это учительница, да? Учительница? Нет, мама. А мама кому? А вы еще можете сказать, Саша, ты скажи, что такое цирк? Как тебе кажется? Саша, не мальчик. Ничего, это хорошо. Отлично. Привыкай. Ты же собираешься быть циркачом, жонглером. Привыкай интервью брать. Вставать точнее. Ты будешь мячиками объясняться, да, нет? Ой, смутил человека. Он точно знает, что сказать. Знаешь? Ничего. Майкл. Ну, вполне. Спасибо большое. Удачи вам. Вы просто замечательно выступаете.